В Брестском районе пограничники задержали 4 нелегалов. Нарушители пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу. По данным погранкомитета, в Европу стремились граждане Ирака. Это 3 мужчин и 1 женщина. Сейчас выясняется, когда и как они приехали в Беларусь, а также кто проводник и организатор нелегального канала. Сами задержанные рассказали, что в Евросоюзе собирались начать новую жизнь, якобы искали лучшие условия. Иностранные граждане доставлены в ВВС Брестской погрангруппы для дальнейшего разбирательства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконной миграции и привлечению их к определенным законам ответственности в рамках Уголовного кодекса Республики Беларусь. С задержанными работают правоохранители, документов нет, их личности устанавливаются. С собой у нелегалов были только личные вещи и деньги. После разбирательств этих граждан Ирака депортируют в ту страну, откуда они прибыли.